Здравствуйте. Магазин NSK.ru приветствует вас. На этом видео постараемся показать, почему надо покупать именно у нас смартфон THL T5000. Почему у нас лучше? Да, вот такая неприкрытая реклама. Ответ на этот вопрос состоит в том, что мы устанавливаем на смартфон THL 5000 самую последнюю прошивку со всеми существующими исправлениями. Этот смартфон у нас лежит на столе. Это то, как он приходит в том виде из Китая или продается в магазинах. А это в том виде, как продаем мы. Итак, первое, что здесь самое неприятное есть, это с китайским смартфоном, с китайской прошивкой исходной. Я даже не смог подключиться к Wi-Fi. Вот он, видите, стоит в ожидании получения IP-адреса, и с ним ничего не происходит. Здесь же у нас все прекрасно. Зиксель подключена. Так. Далее. Ну, это наш фирменный знак. Это мы всегда продаем смартфоны с рут-правами. Вот значок суперпользователя. Так, идем дальше. Очень важное, это наверняка обратят все внимание, что это очень полезно, это правильное отображение звонящего на экране. Так, звоним на модифицированную прошивку. Видите, что изображение во весь экран. Ну, а дальше там либо снять, либо отказать, либо снять. Теперь попробуем то же самое сделать в закрытом положении экрана. Ну, все замечательно. Имя видно. Можно принять, можно отказать. Теперь давайте возьмем с оригинальной заводской прошивкой. То есть получается, что видно только половину изображения того, кто звонит. Так, теперь попробуем позвонить на закрытый телефон. Там только догадаться можно, что написано «Бородач». То есть фон изображения белый, на котором, естественно, ничего не читается. Так, идем дальше. Глубина черного. Ну вот, к сожалению, показать это на мониторе сложнее, но цветопередача на смартфоне поправлена, и глубина черного на перепрошитом выше. То есть черный чернее. Из-за этого, ну, может быть, вы сумеете что-нибудь разглядеть, но навряд ли. Через камеру смотреть, конечно же, хуже. Так, идем дальше. Меню. Настройки. Значит, исправлены. То есть более сделан правильный перевод. Допустим, здесь написано «плавающее окно», а в заводской «float up». Так, дальше. Расширенное меню разработчика. Расширено. Так, вот это вот меню разработчика, оно очень коротенькое. Это все те возможности, которые здесь включены. Здесь же для разработчиков меню гораздо больше. Ну, допустим, я очень люблю инженерное меню. И здесь сделан прямой вход в инженерное меню. Давайте я меню разработчика плавно прокручу, чтобы можно было посмотреть,
какие пункты меню здесь есть и, соответственно, ваши возможности. Показывать загрузку ЦП. Ну, тут возникнет состояние вашего процессора. Ну что ж, спасибо за внимание. Ждем ваших покупок у нас. Спасибо.